Зрители, это новый выпуск по Clash Royale на моем твинке. Сегодня я хочу прокачать вторую карту на моем аккаунте, которая будет максимального уровня. Это, ребята, шар. Колода у меня Geek, Spark и шар. Я думаю, кто следит за моей рубрикой, они в курсе про эту колоду. Если на канале ты здесь впервые, обязательно подпишись, потому что у меня много разных новых проектов. Я постоянно создаю новые аккаунты, прокачиваю их до максимальной прокачки. После этого разыгрываю среди своих подписчиков эти аккаунты. Также вы смотрите от начала до конца путь прохождения там с первой арены до 5000 кубков. Конечно, на этом аккаунте, к сожалению, мне не получилось сделать 5к, хотя я пока не спешу его разыгрывать. Возможно, еще попробую в этом сезоне это сделать. Вот, ну напишите в комментариях, хотите ли вы розыгрыш этого аккаунта в ближайшие дни, или же еще его немножечко прокачать и проапать немножечко кубков. Пишите в комментариях, ставьте обязательно лайк. 100 тысяч золота, ребята, сейчас прокачиваю и попробуем взять 4300. Поехали. Шарик 8 уровня. Ребята, эта карта, она такое творит на 8 уровне, вам просто не передать. Реально, у кого нет 8 хэпиков, вы не поймете. Это реально очень жестко, но очень жалко, что у меня такая вот дисбалансная колода. Шар, гигант прокачан, а остальное вот зап 9 уровня. Ну что за бред? Давайте, знаете, что сделаем? Смотрите, у меня в сундуке фортуны есть зап. Предлагаю совсем немножечко открыть сундуков фортуны, дабы зап тоже поднять на уровень хотя бы выше, ну на 10-й, потому что, блин, меня бесит то, что мой зап не убивает копейщиков 13-х. 10-й зап должен с этим справиться. Так, поехали. А что, блин, зап не выпал? Блин, ну это только мне так может повести. Вот, я насчет доната на этот аккаунт не знаю, буду я еще донатить или нет. Ну, вообще, надо бы, конечно, но там посмотрим. Так, и что нам осталось? Последний сундук. И зап у нас доступен на 10 уровень. И уже будет попроще однозначно. Давай, все, отлично, зап выпал. И что нам падает? Бочка с варварами. Так, что ж, прокачиваем зап на 10 уровень. И вот так вот, я думаю, будет пободрее. Смотрите, какой аккаунт. А уже красиво, да, получается? Уже неплохая такая дека и интересно. Ну что, ребят, а что у нас тут в квестах? Забираем награду. Поехали. Теперь реально мне очень интересно, чем больше прокачивается этот аккаунт, тем больше у меня появляется интерес играть на нем. Вот. Ой, случайно слил спарки. Хотел просто поставить вот так вот и выжидать соперника. Ну ладно, слил и слил. Теперь надо подумать. Мне кажется, это что-то с големом связано у него. Так, давайте здесь разбойников закинем. Так, шарик бы закинуть. Шарик закидываем, ок, так, поехали. Минус копейщики, давай, уничтожай копейщиков, готовим стрелы, зап, что там будет? Фаербол летит на шарик, но шарик наносит тычку и еще взорвется возле башни, замечательно. Но всего лишь одна тычка, это, конечно, плохо. Вау, против нас спамер, друзья, против нас спамер. Забрасываем гиганта, 11-й гигант сломает это все. Это уже не шутки, 11 гигант с 8 шариком, это реально уже не шутки. Вот, но, блин, против спама все равно тяжело. У меня сплэш юнитов мало, кроме спарки, когда... Че, пускай дровосек там, да? Ой, блин, короче, спарки с краю карты. Здесь просто... Да, блин, надо было запнуть, хоть бы одну тычку сделал этот. О, смотрите, под рейджем гик. Пошла жара, отлично. Так... Здесь у нас разбойники попрут. Сейчас спарки загасит всех. Ну да, это неплохо. Хорошо, что у него нет ракеты. Была бы ракета, это был бы контр мне. Так, слушайте, да поехали. Закидываем шар, а что нам? Нам нечего бояться. Тем более шар сейчас будет танковать урон. Да? Да. Ну, валькирия не дает спарки выстрелить по вышке. Но вышку мы забираем с помощью 8 уровня шарик. Да. Так, шарика. Это все время у него был хок, да, и он его не выбрасывал. Интересная колода у моего соперника. Но это 4000 кубков, что и тут удивляться как бы уже... Удивляться не стоит. Так, ну что, переходим на правую сторону. Ставим здесь гиганта. Слушайте, а я могу еще спасти вышку левую или ее духи сейчас заберут? Я еще вроде как могу спасти ее, да? Давайте попробуем ее спасти, друзья. Вот так вот. Лол. А что это получилось так, я не понял. Так, здесь зап. Отлично.
Так, снова гиганта ставим. Выстрел Спарки, отлично. Сейчас еще дает рейдж дровосек. Слушайте, я вот это заменил дровосека вместо банды гоблинов. И у меня так вообще хорошо пошло все. Реально очень классно с дровосеком играть. Ну, то есть, банда гоблинов 9 уровня не тащит вообще, ну, ничего, не, ну, никак не вывозит. Она, как бы я ни пытался, там, грамотно играть с ними, вообще не вариант. Хотя банда, типа, дешевле, там, можно разных юнитов, там, типа, типа пеки кайтить, но... Так, осталось 60 кубков. Ну что ж, попробуем, давайте 4300 взять и дальнейшая прокачка карты. Я не знаю, хотелось бы разбойников поднять на 13 уровень. Разбойников, зап, вот такие вот карты. И можно будет врываться выше. Так, ну что. 13 левел против меня. Вот еще, знаете, непруха. У меня вроде карты хорошо прокачаны некоторые, а вот башни короля слабенькие. Пропускаем бандитку, как думаете? Не, я думаю, что не будем пропускать. И можно было бы даже, знаете, как сделать, чтобы она не с разгона нанесла урон по разбойникам. Но я что-то затупил. Он зап потратил, ребята. Ему каст будет нечем сбить. Поэтому давайте забрасывать какого-то танка наперед. Вот, к примеру, дровосек, да? Понятно. Противник не дурак. Так, ладно. Ну, давайте так, чтобы не с разгона... Да ёптить, опять с разгона нанесла. Ну, ладно, так единственный гигант прощает. Прощает мне, потому что... Бесишь. Ну, запнуть придется, друзья. Ой-ой-ой-ой, таран летит. Нечем дефать, минус башня. Бэмс, просто. Охренеть, это что, бритспам какой-то? Да, это на бритспам похоже. Немножко. Вот, что получается, можно, короче, попробовать снести его шарик с какими-то танками, чтобы на стрелы был у нас эликсир. Вот дровосек, к примеру, да, и шар. Так, ну что, у него есть, короче, зап, поэтому ну, давайте здесь вот так стрелы кидаем, смотрите, наносим урон, прекрасный урон. Так, минус бандитка. Но не минус колдун, да? Не, минус колдун, отлично. Так, смотрите, я хочу рискнуть. Может, это глупо, но я хочу рискнуть. Попробуем. Фак. Капец. Давай, долетай к вышке. Отлично, я еще запну. Давай, зап, давай, тычку, еб. Ебой. Так, здесь у нас пойдет Спарки. Вышку мы там заберем. Здесь дровосек. Это контр нам, кстати. Ну, я имею в виду... Пека, контр. Так, здесь летучие мышки. Он зап потратил, да? Надеюсь, быстренько варваров забираем. Но 149 хп мы не добиваем. Понимаете, в чем фишка? Поэтому забрасываем гиганта. Здесь стрелы по бырому. Ой-ой-ой-ой, я уже думал, все. Так, закидываем шарик, потому что гигант не дойдет к вышке. Я чувствую, не дойдет. Ну, хотя бы шарик долетает, нет? 3 секунды? Да, мы забираем вышку. Ну, блин, что дальше делать-то? Спарки. Дровосек. Так. Плохо все, очень плохо. Все очень плохо, друзья, ужасно все. Нет, пожалуйста, колдун, да че ж ты так долбишь мою мышку? Ну, ему поздно стало скинуть. Или да запом добьет, запом. Да, против пики зап он слил только что. А что, если он дурачок? А что, если он дурачок, ребята? А что, если он дурачок? Да ладно, ты чё, дурачок, ты запа мог добить меня на 3 короны. Мне повезло, что соперник рели дурачок. У него зап поизен, 45 хп на вышке, главное, может он не заметил. Может, почему он дурачок, может он просто невнимательный, вот и все. Но у него контр мне. Ладно, поехали, стоп. Ай, ладно, я хотел сундук открыть. Фу, капец, мне повезло, мужики. Это ж надо было так затупить. 45 хп, 12 зап бы на изи добил. Он, короче, запает непонятно что. Ну ладно. Так. Блин, как же мне повезло, класс.
Поэтому, ребят, никогда не сдавайтесь. Видите, да, что соперники вроде как, ну, хорошо прокачаны, с контр-колодой. Ну, видим, что могут затупить. Это его, конечно, мега-рыцарь неплохо так получился. Забрал моих разбойниц. Но мы его тоже забираем, короче. Готовим сейчас зап. А, мы его вышку вообще ваншотим. Бэмси, нет вышки. Ну, это не ваншот, но мы вышку забрали. Окей. Так. Седьмая ведьма. Седьмая ведьма. Так. Господи. Так, зап. Здесь разбойники, стрелы. Давайте побыстрее, чтобы там весь мусор забрать. А ведьма дамажит вышку, да? Ага, все, уже не дамажит. Так, смотрите, значит, он что выбрасывал? Выбрасывал Меганайта. Так, шарик вот здесь. Блин, ну, конечно, немножечко глупо, надо было подождать. Ну, ладно, нормально. Забираем самую главную печку, 11 уровня. Зеркало? Ору. Так, ладно. Принимаем такую тему. Что, может слить этих? Нет, давайте дровосека сливать. Сливаем дровосека. Хорошо. Сейчас будем атаковать слева через спарки. Запускаем, смотрите, вот так вот спарки. У нас уже есть разбойники в цикле. Сейчас закинем разбойников. Так. Poison. Чтобы кинуть. Давайте разбойников кидаем. Блин, зря, конечно, разбойников на Poison накинул. Надо было гиганта кидать. Ладно, погорячился что-то я. Ну ничего, что он мне сделает? Мега-рыцаря сейчас выкинет, да? И все. А я здесь закидываю так вот летучих мышей. И он теряет башню. Тут мы забрасываем дровосека. Дровосек сейчас не даст сторону дойти к вышке. Плюс, смотрите, мы продолжаем атаку. Мы продолжаем. Тычку делает шарик. Плюс сейчас вторая тычка прилетает. После того, как он еще взорвется, должна погибнуть ведьма. Закидываем стрелы такие вот на печь. Да, сука, он своими печками достал, блин. Ладно, мы побеждаем все равно. Жалко, что он не отдал нам 3 короны. Да, в принципе, я не понимаю, зачем мне 3 короны. В общем, как-то так, друзья, сегодня поиграли. Неплохо. Хотя, стоп, а что неплохо? Мы же 4300 так и не взяли, да, с вами? Стоп. Чуть не забрал мою правую сторону. 31 кубок, если дали мне, то 4300. Одного трофея не хватило. Друзья, ну, не суть. 4300 я уже брал. Ладно, там это был рекорд, да, то можно было бы, конечно, еще одну карточку. А так что мне эти 4300? Ничего не дадут. Все равно еще до конца сезона долго, да? Еще 24 дня до конца, капец, ребята, я в этом сезоне на основе должен взять очень много трофеев, ну 5800, думаю, осилю. В общем, подписывайтесь, я не знаю, может быть, оставлю этот аккаунт еще на один сезон, и может быть, параллельно еще новый проект запускать. Ну, типа, новый проект, вот этот твинк, докачать его, и основа. Вот, как-то так. Напишите в комментариях, вот, хотели бы вы такую тему на моем канале. Вам спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ждите новые ролики, стримы, нажимайте на колокольчик, не болейте, всего хорошего, до скорых встреч. Пока.